Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark II 1998 года выпуска. Двигатель 3 литра бензин автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 119 тысяч километров. Заказали сзади болты, эксцентрики 2 штуки и сайлентблоки. Открутить я их не смог, сайлентблоки сорваны, поэтому мы их обрезаем и устанавливаем новые. Для этого поднимаю автомобиль, снимаю задние колеса и откручиваем тяги. А что не откручивается, обрезаем. Поднял автомобиль. Запчасти мы заказали. Откручиваем гайки. И дальше уже отрезаем, где сможем, подлезем болгаркой. Где не сможем, стабильной пилой отрежем. Метки здесь у меня старые остались, которые я делал. Их перенесу, чтобы примерно одинаково стояло до того, пока человек доедет на развал. И также с этой стороны. Гайки раскрутить раскрутила, болты со втулками проворачиваются и все. Сейчас немножко молотком разогну уши, по болту побью, они разойдутся. Также откручиваю, снимаю болт с подвижного рычага. Ну, вот эти шайбы снимаю. И начинаю резать. Вот этот болт со стороны гайки. Отсюда можно болгаркой подлезть. Подлажу болгаркой. Ну а заднюю сторону, чтобы не попортить, он плотненько сидит, сабельной пилой буду.
А нет, сайлентблок сдвинулся на втулке. Тоже можно попробовать болгаркой. Все, болт перепилил, втулка осталась надпиленная, а болт немножко оставалось, ключом отломал его. Снимаю тягу, откручиваю гайку на цапфе. Сейчас подсветку поставлю. Головка на 17. Не есть хорошо, не открутилась. Сейчас буду ее выкручивать. Открутить я его в любом случае уже не откручу. Палец прокручивается. Возьму гайкокол и раскалю гайку. Третий номер гайкокола. Верну и также со второй стороны сделаю. Thank you.
гайку выкрутил, вот так вот ее раздавил с двух сторон, ослабил резьбу. Главное не зацепить родную резьбу. И снимаем. Берем новую гайку и после этого уже устанавливаем на новую гайку. Допрессовываем сайлентблок. Ну и попутно сейчас также обрезаю на этом сайлентблоке. Здесь тоже болгаркой сделаю, даже сабельная пила ей не нужна. Поднатопилил болт, посередине маленько осталось, обломил его. Так, этот болт я не допилил. Выпрессовываю и запрессовываю новые. Берем новый сайлентблок. Ну, новый сайлентблок фирмы Масума, RU-359. Вот такой вот сайлентблок. И запрессовываем его. Берем силиконовой смазкой. Смазываем все. Так, красная метка на рычаг. Thank you.
чуть-чуть его перепрессовываю, чтобы вот эта кромка не провалилась. Вот, с этой стороны кромочка вышла. А теперь подравниваю его. Сайлентблок стоит равномерно. Можно идти устанавливать. Но перед этим перепрессуем сразу второй рычаг. Второй сайлентблок изнасиловал я. Берем новый сайлентблок. В этот рычаг сайлентблок у меня Ханса. HR 822438. Точно так же все брызгаю силиконовой смазкой. Немножко перепрессовал его, поднимаю, переворачиваю. О, еще не вышел, не до конца резинка вышла, поэтому додавливаем еще немножко. Думаю, этого будет достаточно. Да, все, весь бортик у нас вышел, теперь его центруем. Сайлентблок стоит посередине. Ставлю пока короткий рычаг. Болт оригинальный 48190 22030. А шайбу уже оригинальную не стал заказывать. Заказал Миву 2135 328. На шайбу нагрузка меньше идет. Но решил сразу ее поставить, потому что на старых шайбах эксцентрик пропил набитый. Когда пытались на закисших болтах крутить, понабили все. Все, этот встает нормально. А нормально он не встает. Ничего подобного, Амива нормально не встает. Ставим шайбу родную. Отметка у меня есть, поэтому на болт я не переношу. Смазываю болт медной смазкой и устанавливаю. Смазываю резьбу. Обильно смазываю болт. Также сайлентблок внутри смажу.
Если бы у нас так ходил болт, не приходилось бы так мучиться. Здесь ставлю другую гайку, ту я разрубил. Устанавливаю шайбу. И наживляю гайку. Пока не затягиваю, устанавливаем второй рычаг. У второго рычага номер болта точно такой же, 48-190-22-030. Обильно смазываю его. И смазываю соленблок в рычаге. Здесь я болт перепутал, не с той стороны вставил. Тоже наживляю. Этот болт у меня смазанный, но добавлю в него тоже смазки. На него. И вставляю в цапфу. Ну а теперь совмещаю метки на эксцентриках, которые я рисовал. И затягиваю. Все, метки, которые поставил, выставил по меткам. Болты затянул. Здесь затянул. Здесь тоже по метке этот болт. И гайку затянул. Больше у нас ничего не откручивалось. На этом все. Замену эксцентриков я сделал. Соленблоки под эксцентриками заменил. Всего вам доброго.